Студенчество обычно вспоминают с теплотой. Это время новых знаний, полезных знакомств и творчества, безграничных возможностей и романтических вечеров. Заканчивается ли все это с получением диплома? Мы узнали у горожан, какой возраст они считают самым интересным и счастливым. О, по-моему, на пенсию. А для меня все возрасты интересные. Для меня лично мои. Каждый возраст по-своему хорош. И сейчас радостно вот иду в группу здоровья, спортом заниматься. Окончание школы. Армия, учеба. Самым интересным, когда детки родились. Когда они маленькие, вот до 5 лет, и просто шикарный возраст. Когда ты понимаешь, что самое главное в жизни это вот все свершилось. 70. Почему? А потому что интересно жить. 20 лет, наверное. Да, по-моему, каждый возраст по-своему интересен. По мнению психологов, в жизни человека есть 3 пика счастья. 23 года, когда он молод, лишен негативного опыта и полон надежд. 35 лет, когда человек самореализовался и достиг определенных успехов. И 60 лет – время накопительной мудрости. Впрочем, эксперты отмечают, чувствовать себя счастливым можно в любом возрасте.